просто не поворачивайтесь. Ну, здравствуйте. Доброе утро. У нас в гостях гость, который нам хочет рассказать очень важную информацию для всех украинцев, чтобы знали, вот, как живут за счет народа некоторые вот избраннички, в том числе и премьер-министр. Доброе утро. Я строитель. Мне пришлось работать в прошлом году в одном месте, которое называется Чубуки, там в 10 километрах от Переяслав-Хмельницкого. Вот. Очень интересное место, заповедный лес, который заповедный лес приблизительно километр длиной вдоль Каневского водохранилища, вот. Около 25 гектаров. Вот. Строится, ну, по моим ощущениям, это второй межегорье. Как мне сказали, это места азаровские, то есть азаровская дача или любое имение. Вот. Там есть, значит, основной дом, домик для гостей, баня, вот, спорткомплекс, хозяйственные постройки. Очень много интересных построек. На плане даже есть вертолетная площадка. Я ее, правда, не видел, но, скорее всего, что она там есть. Вот. Сами дома построены из финской сосны. Сруб делали финны, приезжали специально с Финляндии. И стоимость... Опять же, по тому, что я знаю, 500 евро за квадратный метр такой стены. Обходится такой домик. Вот. Опять же, ребята, которые делали внутри, мне рассказывали, что я, правда, не видел этого. Что сантехника там позолоченная ставится, по крайней мере, в основном доме. Все остальное тоже очень-очень... Я думал, что где-то найду в интернете больше сведений об этом объекте, но ничего не мог найти. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь из журналистов занялся этим объектом, вот выяснил, чье это, и показал людям, как живут наши избранники. Спасибо большое.